Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 263. Политика. Может ли существовать государство по закону Божию или нужна конституция? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В истории таких государств не было. Но говорят, что попытка была в Англии, у Кромвеля. У русских же никогда никто не ставил такой задачи. Но всегда строилась на принципах выживаемости и языческой справедливости под христианским камуфляжем. Когда сегодня видят идеал в монархии, то это является сильнейшим подтверждением того, что сегодняшние монархисты рядом с Евангелием даже не стояли. Это примерно то же, что попытка в сельской местности выращивать все так открыто, не загорожено, как будто ты живешь в раю. На земле царствует смерть, и не надо напрягаться, без воскресения из мертвых строить на принципах жизни. Царствие Божие возможно на земле только в душе, и притом только по трем параметрам отрицания, а не созидания. Лука 17:21. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие наступает там, где есть первое воскресение из мертвых, где царствует Христос. Откровение 20:4. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Для того, чтобы провозгласить кого-либо царем, нужно иметь гарантию, что ты будешь накормлен, сыт, пища и питье. Когда Господь Христос совершил чудо умножения хлебов, в народе мгновенно созрела почва для воцарения плотника из Назарета, без всякого референдума. Иоанна 6:15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Апостол Павел показывает основные определяющие черты Царствия Божия на земле, по которым мы можем определить, находимся ли мы в этом царстве. Римлянам 14:17. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Первое – праведность. Второе – мир. Третье – радость во Святом Духе. В России с принятием христианства достижение праведности, как при правлении дома Романовых, заключалось во многочасовых молениях, крестных ходах, сожжении еретиков и инакомыслящих, строительстве храмов и монастырей и тому подобное. Мир добывался очень крутыми мерами. Присягой армии, военными заводами, рекрутчиной, захватом чужих земель, подавлением восстаний и уничтожением претендентов на царских престол. Радость у русских при принятии христианства, как и при князе Владимире, еже пите вино при государственной монополии на ликероводочные изделия. И это «святая» в кавычках Русь и «благочестивейшие» в кавычках православные миродержцы. Сравните с тем определением Царствия Божия, которая дается апостолам Павлом и Хомяковым, Мережковским, Соловьевым С., Карамзиным. Не только не евангельское государство и правление, но прямо-таки железобетонно, постоянно и настойчиво антиевангельское. Еще раз повторим Римлянам 14:17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Первое – праведность, второе – мир, третье –
радость во Святом Духе. Вот как это выглядит по Писанию. Первое. Праведность от заслуг Христа, когда человек в пепле и прахе сознается, что он мертв и годен только для огня и ада. Филиппийцам 3:9. И найдется в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Второе. Мир получаем только во Христе, через кровь Христа. 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 2 Коринфянам 5:19. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ефесянам 2:16. И в одном теле примирите обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Колоссянам 1:20 и 22. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Римлянам 5:10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Третье. Радость наша только во Христе, во Святом Духе, согласно с волей Божией. Деяния 13:52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Иакова 1:2. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Иакова 4:9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Римлянам 15:13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Римлянам 12:15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 2 Коринфянам 13:11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Филиппийцам 2:18. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Филиппийцам 3:1. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Филиппийцам 4:4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Будет ли конституция или тирания православного монарха? Для истинно верующего человека это не так и важно. Беспорядков и недовольных будет хватать равно при любом строе. При самых страшных гонениях на христиан самое большое число их взошло на небо. Об этом свидетельствуют все жития святых.